Привет, друзья! Если вы хотите, чтобы память Сехер вернулась, если вы не хотите, чтобы Зухаль похитил Сехер, давайте нажмем кнопку «Мне нравится» и посмотрим, кто с нами согласится. Не забудьте включить уведомления, чтобы вас уведомляли о первых видео. Смогут ли Яман и Сехер родить ребенка к концу этого сезона? Она бесплодна. Какая важная новость расстроит Ямана? Похитит ли Зухаль Сехер? В этом видео я отвечу на ваши вопросы, друзья. Не теряя много времени, давайте перейдем к новому эпизоду сериала «Доверенная». В новом эпизоде сериала «Доверенная» Сехер проведет больше времени с Яманом. В результате Сехер постепенно начнет вспоминать о своей любви к Яману. Яман отведет Сехер в известный магазин одежды. На Сеха она будет в красивом платье из белых ромашек. В этом платье Сехер превратится в девочку-фею. Яман сделает так, чтобы каждое платье, которое носит Сехер, смотрелось на ней хорошо. Потому что, чтобы не носила Сехер, эти платья ей очень идут. Поскольку Сила Тюркоглу очень красивая женщина, она очень нравится Халилу Ибрагиму Джейхану. В следующем эпизоде к Сехер вернется память. Потому что, согласно последним новостям, Сехер поправится. Яман будет очень рад, потому что Сехер выздоравливает. Но до этого времени Сехер продолжит лечение. Сехер пойдет к психологу с Яманом. Но Зухаль увидит там Сехер. Поскольку Зухаль начала работать горничной, она случайно увидит Сехер. Если Яман не будет осторожен, Зухаль мягкий знак похитит Сехер. Но пока Яман длинный, никто не сможет навредить Сехер. Кроме того, тот факт, что у Сехер не было ребенка, напомнил, что она может быть бесплодной. Потому что Сехер и Яман дважды занимались сексом в шатре. В результате Сехер должна забеременеть. Если на змее Йылмаз сделает что-нибудь плохое Сехер, Сехер будет бесплодна. Но скорее всего Сехер не бесплоден. Сехер забеременеет, проведя одну ночь с Яманом в следующих эпизодах. Другими словами, мы скоро увидим эпизоды, в которых Сехер беременеет. Так что кто хочет, чтобы Сехер снова вспомнил о Ямане? Буду ждать ваших комментариев ниже. Посмотрим, что вы думаете об этом. Если вам нравятся такие видео, не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать, друзья. До свидания, увидимся.